Что случилось? Раз, два, три. Ой. А, всем привет, ребята. А где дракон? И мы снимаем новое видео по Майнкрафту. И вот. Мы сражаемся против дракона. И мы маги. Вот, смотрите, как умеем. А вы так можете в Майнкрафте? Хоп. И вот так. Ой. Можете, ребята? И вот и все. Так, а где дракон? Улетел. Он улетел, но обещался вернуться. Обещал. Ну, обещал. Обещался. И это мод, на который я показывал обзор в прошлом видео. А папа кушает силу, чтобы он стал больше магом. Ой. Ты со мной поднялся? Да. Ой, развалилась. Вот еще у меня вот такая классная шапка есть. Ну, нормальная. Можно просто сделать маленький блок, чтоб один. Вот. Я его... Ну, почти. Вот. И вот так ими кидать можно. А лук бесполезный. Потому что стрел нет. Папа, а ты где? Ага, на этот нельзя ставить. Понял, он вверх тебя летит, смотри. Ну что, на гравий? Да. Ну и где он? Да иди отсюда. Только хп снимается, понял? Это я тебе бью. Опять дракон вернулся. Дракон! Кислотой придется. Сейчас начнет опять кувыркаться, лететь на нас. Так. Ого. Он меня убил. Почти. Всё. Так. Ого! Ты его мог ударить. Не получилось. Нужно встать на платформу. Надо лук взять с креатива. У меня есть лук. Стреляй в него. У меня стрел нету. Надо взять креатива, значит. Ты знаешь, команды всякие там. Да я не знаю, как на стрелы давай. Так. Могу, ладно. Где ты? Я встал на свою платформу. Ничего себе ты... Ой. Отвлекаю его сейчас команды напишу. Эй, где он? Эй, кс-кс-кс. Котик! Я здесь! Нет! Эй, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Есть! Он меня убил. А стрелу ты дал? Нет, я не успел, он меня убил. Ты мне лодку дал! Какую лодку? Лодка, обычная. Не. У меня вроде бы не было лодки. Дракон! Нет, подожди! Два дракона! Там два дракона. На. Там два дракона. Я убегаю. Я стрелу дал тебе. Я знаю, но я уплываю. Ну ты посмотри на меня. Я убегаю от дракона. Мне страшно. Там два их.
дракона. Помогите! Там два дракона, пока! Нет! Я убил дракона! Без стрел! Только там еще один где-то летает. И у меня есть коготь дракон или зуб дракона. У тебя такой крутой меч. Дротиком сейчас в тебя стреляю. Ой, я пиво выпил. А, Рома, и бухой стал. О, боже мой. И хп добавилось, смотри. Угу. На, 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 на. Умер. Ты сам умер. Потому что это плохо. Видишь, даже броня не нашла. Ха-ха. Смотри, а хотя вон. Зато я бог земли. У меня уже не работает. Он работает. А, ну да. А я сейчас такой большой остров сделал. Маленький, я думаю, он больше будет. Я зажимаю, долго держу, смотри. Я тоже долго держу. А ты на самом острове? Угу. На нем тоже можно? Ну вот, затупило, понял. А у меня нет. А я могу прыгать зато на нем. Ну, конечно, какая-то текстура у него лагает. Но зато можно по нему бегать. А! Я поломала его. А ну, смотри на меня. Бум. О, ты выше. Он сам ломается. Я да? Поломал. А. Я стильный. Не могу тебя заморозить. О-о-о, я покорял вершину Эвереста. Пусть она летает здесь. Сука, можно ее поломать? Я хочу с лука поломать. Вау, она с лука улетает. И ломается. Да. Это что это за желейки летающие? Их нужно поубивать. Они... На... Я убил одну. Так, нужно включить ночь. Чтоб зомби достали. Нет, чтоб эти штуки были горящими. На секундочку хотя бы. Только съел. У меня лах, вообще лука не видно, смотри. Так, у меня нету уже. У меня нет. Закрывали. Ну и что? Но все равно это неинтересно играть. Всегда солнце. Пусть будет сейчас. Я делаю сейчас. Время, давай. А мы в разной броне. У меня ураниум. А у папы... Жесть. Джет.
Конечно, она не везде ездящая. У меня пассажир в лодке. Кто еще хочет ко мне водку? Водку ко мне. Поезд! Иди сюда в поезд. У меня уже один пассажир есть. Можешь убить его и сесть вместо него. Все, садись. Ты сел? Да стой. Ой, боже мой. О, ты сел? О, в воду поехали. По земле в лодке поехали. Такс. Следующая остановка. Ой. Чик. Такс. Ребята. Дому надо прощаться. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!